Привет, друзья, ставим лайк и поехали! Если вы уверены, что 2019 год – это год, когда вы наконец доберетесь до путешествий по новым, увлекательным и интересным местам, тогда определенно не рано начинать планировать. Выбор правильного места назначения может быть ужасно трудным. Один из способов сделать это – обратить внимание на знак вашего зодиака, чтобы выяснить, какое место больше всего вам подходит. Овен, Коста-Рика. Овны обычно любят занятия, которые вызывают серьезный выброс адреналина. Только представьте дайвинг в пещерах, прыжки с тарзанки, прыжки с парашютом, рафтинг по воде. И этот список можно продолжать вечно. Стихия овнов – огонь. Поэтому волнение является ключом к разжиганию пламени, которое заставляет их чувствовать жизнь. Телец. Побережье Амальфи, Италия. Тельцы любят роскошь. Вино, ужин и приятное времяпровождение, вид на острова и вкусная еда. Это самое лучшее, что могут представить тельцы. Телец является знаком Земли и связан с природой. Поэтому действительно сможет насладиться живописными видами между портовым городом Солерно и горами Соренто, когда они проезжают мимо грандиозных вилл, террас, виноградников и лимонных рощ со скалами. Близнецы. Нью-Йорк. Близнецы будут в восторге от этого быстро развивающегося города, который никогда не спит, с огромным количеством вариантов впечатлений и возможностей для социального взаимодействия. Рак. Большой барьерный риф, Австралия. Хотя раки известны тем, что являются домоседами и, безусловно, наслаждаются комфортом своего уютного гнезда, эти знаки всегда рады выйти из своей скорлупы, чтобы повеселиться на солнце. От катания на лодке до подводного плавания с аквалангом и даже вертолетных туров. Это то, что вам нужно. Лев. Бали, Индонезия. Львы любят места, где они смогут проявить свою королевскую, царственную и естественную сущность. Бали – это художественное, захватывающее, вдохновляющее место, где они могут соединиться со своим внутренним животным духом, взмахнуть гривой и позволить своему сердцу реветь. Дева. Мачу-Пикчу, Перу. Помимо великолепного вида, девам, заботящимся о своем здоровье и любящим природу, понравится прогуливаться по Мачу-Пикчу и местам обитания инков. Весы. Берега Сены, Париж. Романтические весы по-настоящему оценят поездку в Париж. Весы наверняка захотят провести время в городе любви. Скорпион. Лос-Анджелес, Калифорния. Скорпион глубокий, иногда задумчивый, но всегда красивый знак, как и Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе есть почти все, что угодно, от пляжа до снежных гор. Всего в нескольких минутах езды по дороге через великолепные долины, пустыни и горы Южной Калифорнии. Стрелец. Ангкор-Ват, Камбоджа. Стрелец, возможно, вы уже запланировали отпуск на 2019 год. Но дайте Камбодже шанс. С таким большим количеством разросшихся храмовых комплексов, там достаточно места для стрельца. Здесь можно бродить, поглощать и делать то, что вы делаете лучше всего – наслаждаться свободой. Козерог. Остров Пасхи у побережья Чили. Козероги – мудрые, трудолюбивые люди. Поэтому, когда они планируют поездку, они хотят по-настоящему расслабиться. Остров Пасхи – это именно то, что им нужно. Лучше всего путешествовать одному или в небольшой группе людей. Остров Пасхи является самым отдаленным, необитаемым островом во всем мире. И он может быть идеальным местом, где можно провести время в одиночестве. Водолей, Япония. Готовы вы к чему-то особенному? Вы всегда были поклонниками нетрадиционного, и технологии, обычно только большие, пробуждают в вас интерес. Погрузитесь в совершенно другую культуру в Японии и сядьте на сверхскоростной пассажирский экспресс между крупными городами, достигая сверхбыстрых скоростей. Рыбы, Исландия. Пейзажи исландских ледников, лагун и средневековых скал создают некоторые из самых мечтательных и неземных вибраций, что делает их идеальным местом для духовных рыб. Всем рыбам нравятся места, где они смогут плыть по течению и настроиться на самосовершенствование. Поэтому горячие источники – это место, где можно в полной мере насладиться всем, что может предложить это волшебное место. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик. А также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.